Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова. Я сегодня хочу сказать несколько строк в своем предыдущем видео. Дело в том, что я в предыдущем видео говорила о том, как же работать в сети интернет и зарабатывать, при этом как правильно расходовать время и сколько на это времени уходит. Я это лишь косвенно затронула данный вопрос в предыдущем видео. Я от своих слов вообще не отказываюсь. А наоборот, подумав, я решила выпустить серию своих видео, в которых я буду рассказывать о некоторых моментах работы в сети интернет, а также затронуть такой нюанс, как вообще возможно ли работать в интернете, или это обычный лохотрон, как думают все. Я хочу поделиться методами работы, также я хочу показать, чему я обучилась, и также, может быть, чем-то быть полезной вам. Так вот, через несколько дней я выпускаю свою порцию видео, в которых я буду говорить о всем вышесказанном. Также у меня будут как онлайн-трансляции, так и записи. И я, пожалуй, на этом закончу, сказав лишь о том, что следите за моими трансляциями, за моими предложениями. Я обязательно вам скажу, когда я это все начну, когда я выпущу и запущу это дело в ход. Вот, и, пожалуй, на этом все. До новых встреч. Пока-пока.